В школах Люберец проходят экологические занятия. Этой теме посвящают классные часы, тематические встречи и семинары. Ученики 7-й школы подготовили к очередному эко-уроку поделки из природных материалов и вторсырья. Результаты оценила наша съемочная группа. Времена года глазами второклассников. Из бесполезных на первый взгляд вещей можно сотворить вот такие произведения искусства. Авторы по очереди выходят к доске и рассказывают о своем экологическом проекте. Вот это крышка, это тоже гибкие палочки. Вот это листики, они вот такие искусственные. А это сделано из целлофанового пакета синего цвета. Такое занятие объединяет сразу три предмета – технологию, ИЗО и окружающий мир. Среди начальных классов экологический урок проходит раз в неделю. На очереди тема раздельного сбора отходов. У нас есть внеурочная экологическая деятельность, у нас есть несколько направлений. Уже много мероприятий проведено с первого класса. У детей уже есть, да, небольшие знания об экологии. Так как дети маленькие, наше формирование экологической культуры и передается родителям. Родители учатся вместе с ними, это очень удобно. Что такое синий и серый контейнеры, как нужно разделять мусор и самое главное для чего? На очередном уроке дети пополнили копилку своих экопознаний. Стоит отметить, что в прошлом году этот класс победил в школьной акции по сбору макулатуры. Ученики сдали 700 килограммов бумаги и тем самым спасли 7 деревьев. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.